Региональное отделение ДСАФ России провело автопробег в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие традиционное. В этом году автоколонна стартовала уже в 12-й раз. Почти два десятка автомобилей проследовали сегодня от Парка Победы до села Большое Нагаткино, где состоялся митинг-концерт. Цветы в память о героях войны возложили и перед началом движения. Участники автопробега отмечают, проводить такие акции памяти сейчас особо важно и актуально. Нынешняя ситуация, она дала нам понять действительно суть данной победы, суть этой даты. Мы поддерживаем тех ребят, которые сейчас участвуют в специальной военной операции, которые сейчас продолжают бороться с фашизмом, за то, чтобы эта нога фашистская не ступила на нашу землю. К Дню Победы готовится вся Россия. Символы памяти и фотографии своих героев жители страны вывешивают на окнах домов и автомобилей. Ведь пока мы помним правду, историю переписать не получится. Многие предприятия и учреждения очень ответственно к этим вопросам относятся с данью глубокого уважения. Ну, не все. Поэтому хотелось бы, что, пользуясь тем, что еще до праздника остается несколько дней, чтобы каждое учреждение вспомнило о наших ветеранах и всегда мы должны гордиться нашим великим поколением, потому что мы действительно, каждый из нас, потомок великих людей. В этом году «Бессмертный полк» пройдет в новом формате. Ульяновцам предлагают разместить портреты своих родственников, ветеранов на окна автомобилей и вместе с ними в День Великой Победы проехать по городу.